Наташа Королева рассказала о жутком подарке от супруга. Во время визита на русское радио Наташа Королева рассказала о весьма необычном подарке, который сделал ей супруг в честь дня рождения. Сергей Глушко, Тарзан, настолько удивил свою вторую половину, что она от страха была шокирована. Свое признание певица сделала в рамках программы «Вечернее шоу» с Аллой Довлатовой. По словам Наташи, Сергей преподнес ей в качестве подарка фигуру Дворецкого из семейки Адамсов. Причем эта фигура была во весь рост. Когда было темно, он эту фигуру принес домой. Проснувшись утром, я была в хорошем настроении, ведь это был день рождения. Начала порхать по открыточкам, разложенным Сергеем по дому. И вдруг мне на глаза попадается эта фигура Дворецкого. Он издавал звуки и шевелился. Я была в шоке и чуть с ума не сошла, заявила Королева. Певица отметила, что с первого взгляда такой Дворецкий ей не понравился, поэтому она его сплавила в офис. Визуально его тяжело отличить от живого человека. При этом он был зеленого цвета, ужасный, вспоминает Наташа.